документов изнасиловать здесь. Есть, а ваши данные вы имеете, пожалуйста? Да, проверку недавно. Негодяй препятствовал движению, потом изнасиловать пытался, а сейчас еще оскорбляю. Маньяк. Убийца. Я прострелю, блин, их на одном уровне. Я геодезист там работал. Есть еще такое понятие, как ПТ. Лучше бы, блядь, работать шли. А вот девушка, ЕКХ номера, или женщина. Вот она зачем-то сюда заехала, припарковала. Не надо меня мужчин снимать. А вы нарушитель правил дорожного движения. А где написано, что я нарушаю правила? На вас. Написано, да, хорошо. Я вот читаю, прям смотрю. Просто вот, прям смотрю, Вадим, ну просто вот вообще какой-то мужчина с камерой. И читаю с вас, и вижу, что вы нарушаете правила дорожного движения. Потому, а как вас зовут? Алексей? Алексей меня зовут, Алексей, да. Алексей его зовут. Потому что вы по тротуару заехали, поставили на газон автомобиль. Да? Вы уберете сейчас, да? Так, инструктаж проходит с каким-то Вадимом. Что же делать? Так, он кассатор спокойно денежки свои взял, правящую часть, и проблем нет никаких. И без нарушения правил дорожного движения. Девушка, уважаемая, сидите, пожалуйста, с газона. Вы на газон заехали через тротуар. Съедете, да? Девушка, съедьте, пожалуйста. Вы один из немногих нарушителей, которые остались стоять на газоне. Вы будете отправлены в ГАИ и будете привлечены к ответственности, если не съедете прямо сейчас. Понятно, неразговорчивая девушка, ну ладно, не хотите, как хотите. Девушка, вы с газона съедете, девушка. О, съезжает наверх, спасибо. Вот, вот девушка съезжает. Она Вадиму какому-то звонила. Не тому ли самому? Сейчас задним ходом только мы ее попросим. Она может быть даже сюда поехать. Ты, если что, конус подвинешь там, да? Да. Потом, когда он уже адекватно отреагирует. А то всякое может быть. А что вы находитесь? Сейчас, секундочку. Возьмите, пожалуйста, объяснение с девушки. Она совершенно ничего не понимает. Вот это. Уже много раз подходил. По телефону разговаривать, надо ее в ГАИ направлять. Нет, не хочет. Я уж тут 15 минут ее уговариваю. Надо бы объяснение еще одно взять. Что? Овощ сейчас закусает ее за это. Вот. Да вот так сидит и все. Кусающих свет. Я не знаю, он сидит, закрылся, вообще не общается. Ноль эмоций. Я ей подхожу, она ничего не говорит. Я вот сейчас как раз в полиции. Мы уже здесь. Проходите на тротуар. Где написано, что тротуар – это проезжая часть? Где знак? Участок дороги, который пройдет на проезжей части. Где знак? Газоны, где знак? Где знак? Дорожные правила. Знак? Знак? Я сейчас вызову полицию. АИ, полиция. Пусть объяснение даст и ждет. Ну как, вы же обязаны.
Ну тогда и документы не можете попросить, как-то она не будет. Ну, пусть, наверное, может установить. Не, пусть документ передает по требованию. Как это? Не будет. Ничего. Ничего себе. Как это? Что-то такое. Доставьте, пожалуйста. Документ. 19.3. Обязанный сотрудник полиции по требованию предоставить документ. Паспорт. Паспорт, пожалуйста. Анна за рулем. Движение осуществляла. Успешно вызов в полицию сделал. Я обязан установить вашу личность. Я заявил о правонарушении. Номера купила и думает, что все и можно. Я еще два раза ДПС звонил. Почему не приезжаешь? Не знаю вообще. Я уже все жалобы направил, все возможные. Они ждут, они только под ДТП сюда выезжают. Вот сколько раз мы были, третий или четвертый раз мы здесь, как наезд, так сразу приезжают и начинают оформлять. Вот ни разу не приехал никто сюда, ни просто по вызову, ни эвакуатор, ни разу. Вот туда приезжали, на Ленинский, Су-74, а сюда ни разу. Тут много же работы, надо же работать. Гляньте, сколько нарушений. Что, будет передавать? Нет? А она давно стоит. Это одна из немногих, которые покажут. Она стояла. Припаркована. Мы никого еще не пустили, да. Там одна машина осталась. И здесь. Они стоят с утра. А можете попросить паспорт? Что он мне передает? Это вообще что-то. Сколько ждать сотрудник будет? Че мы тут с ней? В игрушки, что ли, будем играться? В чем тут паспорт? Она же обязана и водительское иметь, и свидетельство передать по требованию. Двигалась. ДПС вызвал. Молодец. Правильно делать. Я тоже хочу написать заявление, что у меня молодой человек препятствует выезду. Я вообще стоял в стороне. Вы что? На камеру снимал. Ложные сведения будут. Предупреждаю. Вашему выезду мы не препятствуем, я наоборот сказал съезжать. На я камеру съезжайте. Только сейчас получите штраф, ну, я имею в виду личность ваша будет установлена, и переданы в ГАИ будете. И там вас вызовут и получат штраф, вот и все. Что штраф, где знак? Ну, там будете доказывать, женщина, ну что вы мне доказываете? Я заявление подал. Лучше бы, блядь, работать шли, вот, поняли? За мат, пожалуйста, тоже в отдел доставьте. Девушка. Потому что вы стоите здесь целый день. Сейчас вас за мат в отдел. Сейчас за мат вас в отдел доставят за хулиганство, выпишут тоже штраф. Сейчас еще заявление одно напишу. Подождите, пожалуйста. Я тоже хочу, чтобы... За нецензурную брань в общественном месте. Я тоже хочу, чтобы мне дали... Пишите, пожалуйста. Только я говорю, заложенные там предупредите, пожалуйста, заявление. Я потом буду писать заложенные сведения, чтобы меня привлекли. Я все на камеру снимал. Так она стояла. Ну да, как я мог препятствовать, да. Ну пусть пишет, потом заложенный донос привлечем. Да даже если препятствовал на тротуаре, на газоне, можно. Она думает, что номерами можно так делать. Да. Ну пишите. Только предупредите. Да, конечно. Да, конечно, пишите, вот сейчас сотрудник все принял. Только потом вас заложенный донос предупредят, и вы будете привлечены к административной ответственности. Хорошо. У меня здесь офис. Хорошо, но вот сотрудник есть, мне не объясняйте. Вот сотрудник. Мне сказали, что стоят. Да вас обманули. Пошутили. Пошутили вам. Негодяи шутят. Где знак? Знак, администрация, запрос, делайте, где знак? Скажите, пожалуйста, а у Валяшки можно там проезжать?
тоже тротуар, но там он организовали они чуть-чуть для себя, но там тоже тротуар, вот эта часть, она тротуарная. Там часть в аренду взята, часть тротуарная, вот по которой они заезжают, это тротуар. Ну, почему не перегораживать? Слушайте, ну перегораживайте вы, ну идите туда и перегораживайте, ну что вы нам вопрос задаете? Мне просто интересно, почему вы избирательно... Мы что, обязаны делать то, что вы скажете нам? Ну какой-то вы интересный человек. Если уж вы хотите, как говорится, справедливости, так делайте ее. Дойдет, дойдут руки дороги. Туда, не переживайте. А вы как-то избирательно это делаете? Дойдут и туда руки. Вот это мне интересно. Нет, не, я говорю, не переживайте, туда ноги и руки дойдут. Ну как вы не можете понять? Ну сколько вам раз повторить? Еще раз. Давайте будем повторять друг друга по несколько раз. А почему вы не начали с Аляски? Слушайте. Не, удивительно. Вот именно удивительный вы человек. Именно вот с этого участка. А не с Аляски. Ну потому что мы граждане выбираем, вправе каждый гражданин выбрать, что ему делать и как в рамках закона. А? Скажите, товарищ лейтенант, а вы будете вот эти выписывать акты вот на те машины? Правильно, правильно. Надо вот полицейскому задавать вопрос. Зачем вы нам-то задаете? Что еще раз? Около Аляски вот стоят машины. Если мы обратимся, будет, не переживайте. Вы будете? Если вы только если обращаетесь. А если не обратитесь, значит, он не будет. Так он сотрудник, он участковый. Вот, кстати, у нас получается, что... Он участковый. Он не полицейский. Я же говорю, они избирательно делают. А мы там не знаем. Мы там не знаем, нормально они стоят или нет. Там прилегающая территория, возможно, которая в аренде находится. У вас не прилегающая. Нет, у вас муниципальная территория. Где? Вот газон, который негодяи, которые своими машинами превратили в лужи, вот такие в грязь. Мне сказали, что это стоянка. Где написано, что там... Ну, покажите знак П. Хорошо, покажите знак П. 6-4. А там знак П есть? Здесь еще один строй. Если там в аренде находится та территория, то знак П не нужен. В аренде есть. Вот я не запрос не делал, надо проверять. Буду запрос делать. Тогда здесь давайте сделаем запрос. Здесь я делал. Я делал. Я вам обязан. Слушайте, вот здесь находится участковый уполномоченный. Показывает такие. Думаете, он не знает, что здесь за участок дороги? Акцию проводите вы, не участковый. Слушайте, он думаете, не знает, что за участок дороги? Представитель власти. Зачем вы ко мне обращаетесь? Он же все действия в отношении вас. Есть, я покажу бумагу без проблем. Но пока вам участковый делает всякие действия с вами, зачем вы мне предъявлять претензии? Мужчина, не надо туда заезжать, мужчина! Не надо туда заезжать! Не надо туда заезжать, это тротуар! А, понял, хорошо. Да, ничего себе, гляньте. Вадику какому-то звонила. Вадюша. Сейчас она поговорит с юристом. С ее лично. Что делать, если на газон припарковался, надо с юристом поговорить. Законно ли это или нет? Вот там наши конусы уже. Если вы докажете, что это газон. Да по тротуару движение было. Разгрузиться, не? А куда? А, ну сюда придется, да? Ну там же все занято, сюда, да. Заезжайте, что делать, если разгрузиться. Заезжайте, если что делать. А, туда никак не пройти, вот только сюда можно. Отсюда, пожалуйста, ну а что делать еще вам? Вы же разгружаетесь, правильно? Да, разгружаюсь. А, за... пожалуйста, конечно, проблем. Проблем нет, без проблем. Конус обратно, потом верните, ладно? Обратно, верните конус, хорошо? А то всякие автохамы будут заезжать потом сюда. Не-не, я просто развернусь. А, ну понял, пожалуйста, без проблем. А теперь ее надо попросить покинуть это место и посмотреть, как она поедет дальше. И остановить, и написать, что она объяснила, что она двигалась по тротуару. Вот и все. Что надо сделать сейчас? Сейчас я обращение соответствующее участковому заявлю.
Сейчас, вот сейчас. Сейчас вот попросит убрать машину, законное требование. Мы посмотрим, как она движется, и напишем следующее объяснение. Двигалась ли она по тротуару или нет. И зафиксируем, и зафиксируем. А как мы можем не заставлять? Она же должна убрать машину. Скажите, пожалуйста, вот должна убрать машину, объясните. Ну, потому что нельзя по тротуару заезжать на газон. А где здесь тротуар? А вот тротуар здесь. Ну, а где вы видите, что она заезжала? Ну, она же сейчас выезжать будет, ей полицейский скажет с газона убрать машину, она уберет. А кто позвал сюда полицейских? Мы позвали, а что? Ну, а вы кто такие? Вы что? Мы пешеходы, мы пешеходы. Позвали, чтобы полицейский устранял правонарушение. Да? Да. А мы собственники здания. Замечательно, молодцы. И у нас что вам надо, поклониться или станцевать? Нет. Что перед вами? Что сделать? Мальчики, я смотрю, и вам кланяемся, да. Вы упасть тут на целый колени. День стоите, а. Вам, землю. Наверное, нечего. Ну, хорошо, можем упасть. Без проблем. Мы уже поклонились. Я думаю, для вас достаточно этого. Нет, я не в этом. Может, вы короны снимете себя, собственники, и организуйте нормальный тот тротуар для так людей. Так и есть. Все. Так давайте. Будете, да? Давайте... Будете организовать, да? Уже вам, у вас в планах есть, да? Так и есть. Все, молодец. Молодцы. Потому что там собственник тоже будет организовывать тротуар. Это прекрасно, так и есть. То есть вам администрация уже с полицией обратилась, и вы уже будете это делать, да? Это в планах есть. Сейчас уже в аренду берете, да? Пока стройка не закончится, здесь никто благоустройство делать не будет. Участок, естественно. Нет? Берете, да? И будете выделять тротуарную зону и парковку. Естественно. Со знаком 6-4, да? Естественно. Стройка. Все. Прекрасно. Прекрасно, молодцы. Здание еще строится. Я только за это. Я только на... Я только объяснение, да. А вернее обращение для этого и писал. Да, прекрасно. Кому? Во всей инстанции. Порядка, ну, десятков написал. Почему уже. Почему же вы ни разу к собственникам совершенно не обратились? Так я не знал, что собственники должны муниципальную территорию организовывать. Легко, это не такие, я знаю, у вас очень легко, администрация говорит, и все. Не-не-не, зачем? А очень легко посмотреть в Росреестре, кто собственник этого здания. Нет, собственник мы знаем, мы просто... Не, я, тогда почему же я не знаю, что собственники должны делать это. Я думал, это муниципально, они сваливают все на собственника. Потому что вы заинтересованы, все правильно. Это не муниципально. Территория муниципальная, вот это. Заинтересован, чтобы у вас здесь городская. О, и мы заинтересованы. Да, так и есть. Как только вы наведете порядок, мы отсюда вообще сразу уйдем и не будем появляться. Так решение вопроса кривенькое с вашей стороны. Вот в чем дело. Ну какой есть, извините. Мы же всего лишь граждане. Вот, совершенно верно. И вот здесь, да. Как бы у нас есть. Для вас кривенько, для пешеходов самое правильное. Для вас-то, конечно. Кроме вас, никакие больше пешеходы не обращаются к нам. А вы вот вас я. Слушайте, и мы к вам не обращались даже. Вы к вам тоже ни разу. Да, вот совершенно верно. Мы к вам ни разу. Именно. А где остальные? Именно мы не знали, что надо к собственнику обращаться. Конечно. Мы в администрацию обращались. А мы при чем здесь администрация? Здесь есть собственники, здесь есть земля в аренде, и все есть, и право собственности есть. При чем здесь администрация? Потому что это участок является тротуаром, который неразграниченный собственность находится. На земле, так которая за. Ну, наверное. Аренде, наверное, до тротуара, да, находится в аренде. Да, ну, тогда да, что вы привязались к человеку? Мы не привязались, она по тротуару заехала. Еще и господина полицейского отдела. Да, все правильно. Она по тротуару заехала на эту территорию. Она заехала. Там та же самая. Скажите, она по тротуару заехала на газон. Но она каким-то образом должна здесь парковаться. Она по тротуару заехала. Я не видела, как она заехала. А как вы идентифицируете тротуар? Хорошо, она выезжать будет отсюда, по хорошо, тротуару. А как, где здесь написано, что... Как вы понимаете, что это тротуар? Есть официальный есть ответ. Правило. Есть правила дорожного движения. Вот смотрите, видите въезд? Есть правила дорожного движения, есть ответ. Есть, да. Официальный. Вы сами знаете об этом, что здесь тротуар. Вас тем более администрация обязала здесь сделать, выделить пешеходную зону. Вот и все. Чего вы думаете-то все? А где взрослые люди? А я откуда знаю, где они? Пусть приходят, пусть вызывайте. Да как мы их пригласим? Они не приходят. Вы послушайте. Никто не приходит. Послушаем, да, с удовольствием. Вы очень много хамите, вы лучше бы... Хамлю? Я хамил сказать, хоть одно слово. Вы как-то пришли сразу... Уважаемый да, полицейский, я хоть одно слово хамское сказал сейчас. Как-то зло так. Зачем же так? Мы же не подошли с вами. Чем я вам хам... Не, вы, по-моему, немножко агрессивно подошли сначала. Подошли? А что, а на каком основании? Вы кто такие? Смотрю, любуйтесь. Смотрю, ребят молодые, им делать абсолютно а вообще нет. Они целый день вот тут вот стоят. Безработные, бездомные, бездетные. Нищеброд не буду, а то вас обижу. Себя-то ладно. Вообще, беспредельщик полный. Вот видишь, нет бордюра? Это не тротуар. Надо нас срочно привлекать к ответственности. Вас надо сначала научить не плевать мимо урны и не ругаться. Абрамовна, бордюр, есть бордюр?
Ничего себе. По формальным признакам. Есть бордюр. Вы что, это не тротуар. Вообще ни одного слова в жизни матом не сказал. Вот там есть бордюр. Не плеваться мимо урна. Не плююсь вообще. Противозаконный. Так вот, есть сотрудник полиции. Сотрудник полиции. Сотрудник полиции не разбирается. Не разбирается. Как это не разбирается? Вы что? Вы думаете, он первый раз, что ли? Ну, а где он? Мой собственный. Поставьте, пожалуйста. Поставь сейчас там, пожалуйста, эти. Как он уедет. Да, нет, нет, поставь, да. После того, как уедет, конус обратно, то опять будет заезжать. Артем стоит стойкой. На вашу. Да, он не зависит. Я главное, чтобы здесь не подрались и не нарушили закон. Понятно. То есть на драке дело не дает. Я не вношу, я не судья, никаких процессуальных решений. Конечно, мы все адекватные люди. Зачем? Чем-то не согласен, вправе обратиться в суд, защитить. О, правильно. Или в полицию. Конституция Российской Федерации спрашивает, да нет, администрация. Вам ответ показать, что это тротуар, нет? Да. Все. Да, пожалуйста. Нам ответ, нам то, пока. Что там администрация нам написала, что нужно сделать, а мы не сделали. Нет, подождите, вы же сами сказали, что будете делать. Нет, если вы говорите, мы не говорим, мы не говорим, что вы она... сказали, что нам администрация что-то велела сделать, не, а мы не, не сделали. Не, еще не велела пока, нет? Тогда. Вы даже не знаете, кто здесь собственниками является, нет, а тут же администрация об этом знает. Да, конечно, она знает, потому что она там разбирается в этом вопросе. Смотри. И кому? Главное, кому адресу? Давайте, почитайте. Значит, вот смотрите, они сделали запрос в управление дорожным хозяйством. Ну, а где написано, кому они это отвечают? Ну, как говорится, кому? Ну, Иванов Петр Сергеевич, какая разница, я? Вы кто такой? Вообще, Иванов, какое отношение Иванов, к этому? Иванов Петр Сергеевич. В ходе проверки установлено, что соответствует управлению дорожным хозяйством. Асфальтировать часть, чувствуете, нет? Где асфальтировать часть? Вот там. Там, они, кстати, наверное, там. Там бетон, ты чувствуешь. А вот там асфальтированная. Я правильно не знаю. Это просто вот... Я спрашиваю конкретно. Я конкретный вопрос задавал. Асфальтированная часть, которая располагается между газоном и проезжей частью. Вот такое содержание было. Такие люди, понимаю, с которыми вами разговаривать вообще бесполезно. Ну и дети подошли. Вот это было не ханс, сейчас молодой. Слушайте, а вы будете делать? Вы будете реконструкцию? Вы видите, слушайте, что стройка. Чем быстрее сделать реконструкцию, значит, как Максимирий? Ну, вообще нас здесь не будет. Смотрите, смотрим. Вы решаете криво. Это, вот это плохо. Я просто как вот умеем, я говорю. И как надо решать? Умеет. Вы научите нас, пожалуйста. Вот звук побольше. Диалога. Вот диалог ведем. Да. С вами ведем диалог. Да. Вы, говорю, вы будете? Будем делать. Все делать. Хорошо. Когда? Пример. План. Сейчас закончится ремонт, и будем делать реконструкцию. Вот, это лето прошло, следующим летом будем делать реконструкцию. Ну, видите, да. А пчеловоды будут страдать из-за того, что у вас ремонт. Ну, потому что если они сейчас это сделают, тяжелый транспорт, неограниченный, все это разобьет. Понятно. Приведите. То есть это надо, конечно, достроить. Сейчас лифты здесь монтируют. Да. То есть все там стройматериалы. Ну, хорошо. Когда это сделать? Потому что сейчас все этажи. Они сейчас внешне сделали, все внутренние сделали. Замечательно. Я все понимаю. Поэтому пока не закончим там полностью отделку. Здесь они ничего. Значит, пока не закончим, мы здесь будем. Мы может, здесь как-то ускорим. Мы работаем, и нам мне что-то может нравится вот по этой грязи. Слушайте, может быть, они ускорят как-то. Невозможно ускорить. Потому что вон там гараж тоже говорили, мы не можем сделать. Что тротуары, а они взяли и сделали на следующий день после рейда. Здесь когда не пустили да, ним автомобиль. Да, здесь вот только леса убрали. Понятно, я видел, да, весной. Ускориться. Здесь страшно. Техника вся этого стояла, бетономешалки проще всего. Понимаю, это их проблема, не наша, не мешков. Это не делается все за один час. Это их проблема. Давайте. Пусть делают, так их же никто не запрещает этого делать. Пожалуйста, стройтехник подъезжайте, никто не запрещает. По машинам здесь не должны быть. Пока не сделают все как положено. Вот и все. Так по закону, понимаете? А не как вы хотите. То есть как вам удобно, вот так вам почитайте. Что у вас там за пресс? У нас тут специальная пресса. Специальная. Я когда предъявляю требования определенные, я показываю. Или кто-то препятствует моей деятельности, я показываю, я обязан показать. Я так просто так никакого основания. Кого, какую пресс? Я не обязан показывать просто так. Мы с вами граждане, я не обязан это делать. Зачем вам это нужно? Я обычный. А я как гражданин имею право. Я обычный пешеход. Общаюсь с вами как обычный пешеход сейчас.
меня интересует, так пришел, как в основании, например, вы носите эту бирку пресс. Я ношу ее. Не было ножки в кармане. Давайте все, давайте проверять. Давайте не скажу, давайте проверять на каком. Ну так, скажу все. Не хочу. Воспользуюсь 51 статьей. Да? Не установлено лицо. Не будет туда, ну хорошо. Ну, не установлено. Не дам. Да не подписывай правильно, конечно. Привлекут за стоянку на тротуаре. За движение, точнее. А это еще доказать нужно будет. Я ваши данные ему не сообщал. Да. Также я не сообщу ему данные вам. Я их не знаю. Как вы сейчас не скажете? Установлено лицо мужчины. Записывайте его, обжалуйте в полиции. Полиция, точнее. Да проведется проверка. Спецсвязь наша любимая. За ваши данные можно сообщить. По дороге, по тротуару. Те же самые. По дороге. Изнасиловать. А ваши данные вы имеете право сообщить? Идем проверку, эти данные. Давайте. Вот у меня сейчас... Я вот не пытался. Вот находиться. Ты что несешь? Обезьян недоделанный. Ох, за клевету. И за ложный донос. Ответственно. Можешь предупредить ее на всякий случай. Там 36-я, да, вроде есть. Блогер, еще один. Виртуозный совсем, по-моему. Какой снимать? Ну, убедитесь. Он сказал, будет ролик снимать. Буду ему ролик снимать. Мы за порядок на тротуарах. Мы за порядок на тротуарах. А вы за что? За беспорядок на тротуаре он. Наверное. Я предполагаю. Звонит кому-то. Что-то выясняет. Ты видел, тут две машины ДПС мимо проехали просто. Да, одна видел, в ту, другая видел. В ту. Я даже одному успел сказать, обратиться к нему, попросить отреагировать. Думаю, сейчас, и уехал. Я двум махал. ДПС, это фантастика. Перезносил его. Уже, да. Сейчас еще что-нибудь придумать. На каждом шагу придумает. Что-то новое. Да. Все, придет проверка. Точно там установит, что износил. Пытался, наверное. Она надеется, да, на это? Тротуар. Задержит меня, не бойся, не переживайте, обязательно. Асфальтовая, деревянная, каменная дорога, приподнятая над проезжей частью дороги. Пожалуйста, Википедия. Википедия. Я вам могу официально данные привести с ГОСТа. Приподнятая часть, понятно? Это тротуар. Все, что находится вровень. Давайте вас предупредим, что так не вот здесь вот нужно прыгать, да? Не, давайте чего предупреждение. Не то, что она двигалась. Приподнялась над дорогой. Нет, когда вы будете съезжать. Когда она вот. Подождем, пока вы будете съезжать. Скажите, пожалуйста, вот мне завтра на работу. Мне вот работодатель. Я вам рассказываю, разберитесь. ПДД, пункт определения. И прочитайте, что такое тротуар. Дальнейшую видеозапись направляют врачу. Раскрываем ПДД. Тротуар. И на этом разойдетесь. Второй пункт. Сколько я помню, это идете дальше работать. Первый пункт, просто собирать машину. Определение. Ищите определение тротуара. Там все написано. Нет, здесь тоже такой знак, что его
Открываем ВДД, читаем, что такое. Зачем? Как она водит? Купила, наверное. Ты номера видел? Я видел номера, но как она водит? Это же страшно. Надо писать обязательно. Да, конечно, я оскорбляю, да. Только чем, непонятно. То, что мы тут... Негодяй, препятствовал движению, потом изнасиловать пытался, а сейчас еще и оскорбляю. Маньяк. Убийца. Негодяй, подлец. У меня есть всякие подлецы. Что это? Ой. Я видел, как она мучок. Цирк. Да ладно. А можно ее тогда за нецензурно брать, тоже оформить наш матер Владиславского? Миша, не, она просто произнесла ее. Не общественное место. Не общественное машина, да, не считается. Да, в автомобиле свое. Понял, понял, частный собственник. Частный собственник. Можно, а раньше слышишь. Ребят, слышишь. Машина на ругаться. Конечно. Ну, частный собственник. Ты, конечно, все. А если я палат 50 не играю. Возьмешь туда? Это право каждый человек. Главное предупредить ее. Там же есть предупреждение заложено, да? Посмотри, что это делает. Расписал, да? Все. Если хочет выглядеть. Если хочет выглядеть вот так вот, как она хочет, пусть пишет. Кто-нибудь туда еще может встать? Да. Что? Машину заезжает. А вот инспектора! Даже еле выговорил эту фразу. Ничего себе! Классно, гляньте, сейчас инспектора и будут, наверное, работать тут. Как увидел, как это, как чудо, да? Инспектор. И еще едет, и еще едет. Давай, снимай. Пусть пока здесь она едет. Слезьте с тротуара, пожалуйста. Нельзя, да? Нельзя. Тротуар это все. Да. А я пока не знаю. Написано в ПДД. Участок дороги, который находится выше проезжей части. В украинской ПДД является тротуаром. Все остальное является дорогой. В украинской ПДД или что? На российской. Примечание там есть. ПДД. Да что вы говорите? Да. Описание, что такое тротуар. В самом пункте написано, что отделенная газона. Но далее идет сноска. Что такое тротуар? Дорога, которая положена выше проезжей части. Она выше проезжей части, если она на одном уровне. Если вы сейчас вот нивелир принесли, я вам прострелю, блин, их на одном уровне. Я геодезист там работал. Вот это вот выше, это тротуар. Однозначно. Там тротуар, она выше, тут не поспоришь. Около Аляски он вверху тротуар. Это дорога, просто примыкающая территория, вот и все, прилегающая. Есть еще такое понятие, как ПТ, прилегающая территория. Она с другой стороны.
То же самое. ПТ. И вот это вот. Вот это вот тоже, это все прилегающая территория, вот это вот. Это не прилегающая территория, это тротуар уже. Прилегающая территория — это вся территория, которая находится вокруг здания. Вот это прилегающая тогда территория. Тогда за что ее сейчас штрафуют? Ее? Я не знаю, за что ее пытаются штрафовать. Я сомневаюсь, что если она не опротестует этот штраф, сделать будет очень глупо. Я когда в 90-м году получил свои права, я 2 года ездил без прав. Меня их постоянно забирали. И за 2 года я не заплатил ни одного штрафа. Кончилось тем, что одного капитана разжаловали до старшего лейтенанта, а при повторном моем задержании его просто уволили с ГАИ. Вот и все. Потому что правила ПДД я очень хорошо знаю и постоянно их читаю. Поэтому, ребят, вы неправильно сейчас вот я говорю. Сейчас машины правильно сделали, припарковались. По закону правильно. Они на дороге. Они перекрыли движение пешеходам. Во. Чего добились. А так проезжая сюда на стоянку. Это, кстати говоря, будет стоянка здесь. Однозначно. Я знаю. Это будет даже очень хорошо. Ну, мы я даже говорю, за. Сделают ее только когда здесь закончится полностью вся стройка. Почему бы сразу это все не сделать? Блин, ты видел сюда, где надо было вот в начале года приехать сюда, какие сюда машины приезжают и что разгружают? По 10 тонн, блин, и все. Цемента и прочее все это. Да оно разобьет, блин, сразу же это все. Выворачивает, продавит. Поэтому да, вся отмостка делается уже после окончания стройки. Это на любой стройке так делается. Когда здание уже полностью готово. Если стройка, она огораживается, правильно? При чем тут это? Это здание уже существует, поэтому здесь идет капремонт. Ну это же другой вопрос. Ну вот я тебе поэтому говорю. Не открыто. Ты вон зашел бы и поднялся по этажам. Там вообще, блин, все вот полностью, все стены снесены. И заново все строится. Даже несущие стены? А при чем несущие? Несущие они вот. Вокруг. И лифтовые шахты это несущие. А вокруг это все, это пустота. Они не несущие эти перегородки. Сейчас только для лифтов они привезли, я не знаю, там где-то тонн, наверное, 500 железа. Е много места надо. Кстати говоря, не налив воды, вы тоже не имеете права устанавливать вот эти ограждения. Согласно, опять же, инструкции по этим ограждениям.